Доброе утро, на календаре пятница, программа с 7 до 10, Югра онлайн на ваших экранах. Давайте обозревать наш интернет. По традиции начнем с новостей. Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе в социальных сетях стали многодетные семьи. Теперь они будут быстрее получать ответ на заявление о денежной выплате вместо земельного участка. Время ожидания сократилось в 2 раза и теперь составляет 10 дней. Документы семьи будут получать в течение 3 дней. Другого комментария, помимо того, что чем быстрее, тем лучше, здесь подобрать нельзя. И это хорошо. Теперь перейдем к видео. Вот что я нашел на этой неделе. Когда смотри. Мишка, он конфетку ждет. На! 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 Еще орет что-то. Что-то орет все. Ух ты! Что друг друга гоняет? Вот это да, я такой первый раз вижу. Ни разу не видел драку медведей, тем более за конфету. Я приехала в садик, вот тут вот такая вот лужа. Болото, к слову, смотрите. Тут, кажется, даже прибой можно увидеть. Лето, север, мошкара. Жрать хочет. Это не альфа. На хвосту ничего нет. Хвост чист. Вот шло, он отдыхает просто. Микротюлень, маленький тюлень. А, да. Нога. Что у него? Вот что-то заболел или что-то. Нога попала, наверное. А? Нога вторая, четко. Будем надеяться, что нерпа добралась до моря. Достаточно долгое путешествие по Югре у нее вышло. Ушки это. Какая пять? Вот посмотри, что это. Вот же я, да. Ты гупой, смотри, а посредине вон, смотри, нет, смотри, голубой, смотри. Нет, это как дыра. Торнадо, ну. Вот, смотри, вот. Выглядит пугающе и как портал в другой мир. Видео имеют свойство заканчиваться, поэтому снимайте больше, снимайте чаще, желательно горизонтально. Отправляйте нам, делитесь с друзьями, все посмотрим, все покажу. А пока что не болейте и гору вам лайков.